Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить Mercedes-Benz World Racing. Сегодня у нас событие под названием «Быстро, еще быстрее» C111. Проходит оно, будет проходить оно в тестовом центре номер 6. Автомобиль, как вы поняли, C111. И трасса у нас будет из 4 кругов, что в совокупности почти 14 километров по солнечной и сухой трассе. Вот такая, собственно, трасса. И вот такой, собственно, автомобиль. Данные можно посмотреть. 400 лошадей, движок 2.4, момент почти 400, 0.100 за 4.8, максималка 300, задний привод. Погнали. Так, нас двое. И вот мы уже валим. Жуткая машина. Так-то. Ой, ебать. Ой, ебать, что-то трасса другая какая-то. Так, нам надо догнать. Так, автомат что-то тупит иногда. На 3 секунды мы отстаем. Предлагаю заново. Блин, на заднем приводе скользит, как скотина. Так, вроде держимся пока. Так, он что-то слишком близко ко мне подъехал. Ну, сорян за мухлёж.
Блин, трасса очень извилистая. Не разгонишься на ней. Ой-ой-ой, занесло. Блять. Ну я бы не сказал, что машина быстрая. Блять. Она быстрая, только по прямой. А как дело касается поворотов, тут все. Еле проходит, блин. Третий круг. Это значит, да? Ой, блин. Чуть в эту... В этажерку не влетел. Пошел четвертый круг. Главное его не запороть. Иначе будет обидно. Все, прямая. Все, финиш. Наконец-то. Так, ограничение времени на заезд.
что-то там. Ну, короче, все, мы прошли, все четко. Лучший круг тоже у нас. А следующее событие у нас будет C112 на стене смерти. Даже интересно, что это будет, но все подробности в следующем видосе по этой игре. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии и увидимся в следующих видосах и стримах. Всем пока! We'll be right back.